Мини-футбольный клуб «Газпром Югра» вышел в финал Кубка России. Накануне в Тюмени состоялся ответный матч 1-2. Ранее югорские газовики обыграли МФК «Тюмень» 3-2, и в этот раз задача команды была не проиграть. Уже в первом тайме югорчане трижды распечатали ворота хозяев, а к началу второго игрового отрезка вели 4-1. Тюменцам не осталось ничего, как снимать вратаря. Это принесло свои результаты. Тюмень отыгралась 4-4. Равенство на табло сохранилось и до финального свистка. Эта ничья позволила нашим футболистам выйти в очередной финал Кубка России. Напомню, что «Газпром Югра» 3 года подряд выигрывает трофей. В финале газовики сыграют с МФК «Норильский никель». Мы готовились к тяжелой игре. В принципе, нас тренер предупреждал, что легко не будет. Но начало матча, как бы, в принципе, за нами было. Мы забили 3 гола и уже потом более-менее контролировали игру.